Всем привет! С вами канал Вкусно и Кошерно, и сегодня мы приготовим салат из туны. Готовьте со мной, готовьте как я, готовьте лучше меня. Для этого салата нам понадобится 2 банки туны, горох нут, чуть-чуть шпината, болгарский перец, половинка синей луковицы, половинка лимона, соль, перец и масло для заправки. Болгарский перец надо нарезать на маленькие кубики. Складываем его в салатник. Лук я порезала на полукруг и сбрызнула лимоном, чтобы ушла лишняя горечь. Тоже добавляем его в салатник. Также горох. И тунец. Я уже сцедила лишнюю жидкость отсюда через дуршлаг. Теперь нарезаем сюда листья салата. И также добавляем салатник. Теперь остался шпинат. Режем его тоже. И также отправляем в салатник. В самом конце добавляем соль с перцем и ложку оливкового масла. И перемешиваем. Вот такой салат из тунца с горохом нут. Всем приятного аппетита! С вами был канал Вкусно и Кошерно. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать уведомлений о новых выпусках. И до скорых встреч! Увидимся!